Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Good Boy мобильные компьютерные игры. Продолжаем проходить игру Марио Луиджи История Суперзвезде, Сага о Суперзвезде. Спасибо, что остаетесь с нами. Думаю, мы уже близко к завершению игры. Не как будто в хоккейной форме. Или в форме бейсболистов. Это самое лучшее, конечно. Ну, прыгнуть на его... Вот этой... На его шаре. И лишить его оружия. А, он сейчас вернет его себе, понятно. Что интересно, он всегда вверх кидает. Никогда по Луиджи не кидает. Видимо, тот второй ушел не за оружием, а просто убежал. По крайней мере, похоже на то, что так. Я думаю, надо со всеми с ними подраться, иначе нам не дадут проходу, не дадут нам сделать то, что мы хотим. Ну, отлично, одним меньше. Не, вот впервые кинул вниз. Обычно всегда вверх. Ой, надо же, я его полечил, почему? Ну, такое бывает, да. Ай. Ну,
Ну что, вас больше не осталось, больше не будете мешать. Вот и хорошо. Пока не открывается. Интересно. Может, я зря снял себе бочку, да? Понятно. Вспоминаю. Что-то подобное было уже. Да блин. Так близко было, эх. Близко не считается. О, получилось. Теперь в обратку, да? Класс. Ну, теперь-то должно быть просто. Ой.
Интересно, что это за кнопка. Девочка Баузер какая-то. Что я делаю не так? Я не успеваю до нее добежать. Сложная ситуация. В общем, нам надо как-то разделиться. Вы не знаете как? Думаю, я знаю. Вот как-то так. Марио будет стоять слева, а Луиджи справа. Настоящая командная работа. Эй, ну неважно. Видите, как мы круто придумали. Я узнал, что эту дракониху зовут Венди. Ну тут тот же самое, что надо побыстрее убить, пока на бомбе не появился нолик. Думаю, мы должны справимся. Эй, придется все заново. Я случайно загрузился не там, где надо, и забыл сохраниться. Не получилось у нее по нам попасть. Ну и хорошо.
Ага, надо два раза от них увернуться, понятно. Классный удар, или вернее серия ударов. Вот так. Времени осталось немного, да? Ну, в смысле, эта бомба скоро взорвется. Ой-ой, время все меньше. Ну, все получилось. Бедняжка Венди. Ха-ха.
Этот, наверное, супер удар мне нравится больше всего. Так, волшебника бьем в первую очередь, я думаю так. А ну как ты выдержишь это? Ну, довольно несложно уклоняться от их ударов. Ничего себе. А тут что не так? А, надо бить. Не успели. Нам в любом случае надо разбить все эти, чтобы не мешали. А потом... Вот это, наверное, использовать. И что, нам снова теперь разбивать это все? Хотя, может быть, мы просто его так... Может быть, мы так разобьем, ну, тараном. Да, действительно. Да, все, хватит. Фух. Так. Нам надо, видимо, разделиться будет.
Один пойдет по верху, а другой по низу. Понятно. Да. Наверное, Луиджику надо наверх, а не Марио надо вниз. Как-то вот последние несколько выпусков особо и не требуют перевода, потому что разговоров-то никаких нету. Ну и ладно. Ладно, давай сохранимся на всякий случай. Комната Ларри. Видимо, тот сейчас босс, который будет, это Ларри. Так. Такое ощущение, что мне надо защищать бомбу от огня. Вот так. Чё-то музыка прекратилась. Ну, тут та же самая история. Надо успеть забить его, пока таймер на бомбе не достигнет нуля. Ну, число на бомбе не достигнет нуля. Но тут дело не во времени, а в количестве ходов. Но бить мы будем его уже в другой раз. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. До новых встреч. Продолжение следует. Пока.